Привет всем посетителям магазина sidex.ru. Вы смотрите очередной обзор от Sidex Lab, посвященный товарам, доступным для покупки в наших магазинах. GPS-приемник BT821 от GlobalSat – одна из последних моделей портативных GPS-модулей, подключаемых к другим устройствам по Bluetooth. Эта модель отличается от предыдущих новым GPS-чипом и, как следствие, значительным улучшением всех характеристик. К тому же устройство сменило целых два чипа – от MTK и SurfStar. Подробнее об этом далее. Этот приемник со времени появления в продаже стал одним из самых популярных и, можно даже сказать, любимых пользователями устройств, поскольку, имея большое количество преимуществ, у него практически отсутствуют какие-либо недостатки. Производителям организована техподдержка своих устройств на хорошем уровне, и в случае с sidex.ru, являющимся авторизованным дилером GlobalSat, можно быть уверенным в присутствии как официальной гарантии производителя, так и поддержки пользователей. В конце обзора мы об этом подробнее расскажем, а сейчас перейдем к обзору устройства и в первую очередь к его комплектации. На упаковке GPS-приемника вся информация на русском языке, что несомненно радует. На фронтальной стороне следующее. Назначение устройства. Значок, определяющий присутствие Bluetooth-интерфейса. Очень важная деталь в таких устройствах – наличие знака Ростеста, RST на упаковке. Далее список комплекта на боковой стороне. На оборотной стороне большое количество полезной информации об устройстве и его преимуществах, в частности о том, что эта партия уже создана на основе последних экономичных чипов от SurfStar, сменивших первоначальные MTK на этих приемниках. На упаковке есть и наклейка с серийным номером. Переходим к комплекту. В коробке следующее. Bluetooth GPS-приемник со встроенной антенной. CD с тестовым программным обеспечением. Руководство пользователя на русском языке. Гарантийный талон. Автомобильное зарядное устройство от прикуривателя. В комплекте нет только зарядного устройства от сети, но подойдет, как пишет производитель, любое на 5 вольт и током более 1 ампера. Например, от коммуникаторов HP, ноутбуков Dell, возможно Sony PSP и так далее. Сам GPS-приемник очень компактный, носить его с собой не составит труда. Поверхность устройства немаркая, с матовым soft-touch покрытием. На передней стороне лого производителя со значком Bluetooth. Здесь же все индикаторы – индикатор питания и батареи, индикатор спутников и индикатор работы Bluetooth. Рядом кнопка включения устройства. Сбоку разъем для подключения зарядного устройства. Также есть и специальное крепление для шнурка. На нижней поверхности резиновые полоски для большей устойчивости и защиты от царапин. Под съемной задней крышкой располагается довольно внушительного размера батарея. В общем, все собрано очень аккуратно и, что главное, надежно. Как мы уже говорили, BT821 отличает от предыдущих моделей значительно улучшенные характеристики, касающиеся как продолжительности работы, количества фиксируемых спутников и точности определяемого положения и маршрута. Заслуга в этом в первых сериях этой модели чипа MTK, поддерживающего до 32 параллельных каналов. Впоследствии он был заменен последней версией чипа SurfStar 3 LPX, ставшего более экономичным и функциональным. BT821 можно подключить к любому устройству, обладающему Bluetooth-модулем, коммуникатору, смартфону, если хотите наделить его функциями GPS, или более простому сотовому телефону, а также ноутбуку для использования соответствующим каждому случаю программным обеспечением. Подключение обеспечивает удобство, правда при этом нужно следить за зарядом, но батареи у данного девайса хватает более чем на сутки беспрерывной работы. Кроме того, устройство обладает автоотключением, если отсутствует Bluetooth-соединение в течение более 10 минут. При небольших размерах и весе всего 30 грамм GPS-приемник по отзывам пользователей обеспечивает прием даже внутри зданий с окнами, теряя спутники только под землей. Даже в самолете приемник может обеспечить отображение вашего местоположения и характеристик движения. Горячий старт устройства занимает всего 1 секунду. При холодном старте в 42 секунды, примерно через 3 минуты приемник найдет уже максимальное количество спутников для данной местности, например в Москве около 10-11. В итоге GlobalSat BT821 отлично выполняет свое прямое назначение, имея при этом очень небольшие габариты и достаточную экономичность. При его цене на данный момент это, видимо, лучшее устройство по соотношению с функциональностью и качеством. Отличный вариант для того, чтобы обеспечить любому вашему устройству без GPS связь со спутниками и все соответствующие радости. А теперь время рассказать о гарантии и поддержке.
получить доступ к гарантии поддержки от производителя GlobalSat можно, естественно, на официальном сайте. В нашем регионе это globalsat.ru. В пункте меню «Техподдержка» на сайте вы найдете все. Здесь вопросы и ответы для разных устройств. Также на сайте есть драйверы и последние версии программного обеспечения. Полные версии документации пользователя также присутствуют. Покупая товары с официальной гарантией в магазине Sidex, являющийся авторизованным дилером GlobalSat, вы получаете поддержку и гарантию от производителя. Кроме того, в магазинах Sidex всегда убойные цены на электронику. Помните об этом, друзья. До встречи в обзорах от Sidex Lab.